От мистических комедий до мотивирующих фильмов. Такие работы представила талантливая молодежь Ульяновска в финале регионального конкурса «Питчинг дебютантов». В стенах педагогического вуза презентовали 15 сценарных планов. Но только двоим кинематографисты помогут снять собственные фильмы. Начало – дело всегда сложное. Идеи есть, пути реализации – неизвестность. Для студентов конкурс стал прекрасной возможностью набраться опыта. Реализовать мечту, снять собственный фильм помогут эксперты кинопроизводства. Студенты пишут сценарную заявку. У них есть идея фильма, но они пока не знают, как ее реализовать. Они пока не знают, какие шаги предпринимать. И поэтому мы начинаем с ними с презентации, продумываем весь проект, продумываем, как его построить – учимся совершать эти шаги, а дальше работаем с арт-индустрией города, с кинематографистами города, видеооператорами, звукозаписывающими фирмами, которые становятся наставниками проектов студентов, кураторами тех студентов, кто побеждают в этом питчинге. Несколько недель участники продумывали свои кинопроекты. Идеи, сюжет, затраты. В итог на суд жюри представили 15 сценарных планов, из которых 2 стали победителями. Для своих сюжетов ребята выбрали актуальные проблемы, которые, по их мнению, найдут отклик в душе каждого. Мой проект отвечает на вопросы, можно ли вообще научиться правильно жить и как это жить так, чтобы быть счастливым. Для победы необходимо не только делать все качественно, но и гореть любимым делом, заниматься тем, что тебе нравится. София Разорвина именно так и пришла к победе в конкурсе. Фильм я 100% буду снимать, независимо от результатов, потому что я этой идеей горю, мне очень нравится, и я хочу дальше в этом развиваться. Бесценный опыт для каждого участника, но главное – возможность приблизиться к своей режиссерской мечте. Анна Хорева, Алина Кулагина, Гульнара Шарипова, Михаил Державин, Вести, Ульяновск. Редактор